Всем привет, с вами Механик. Сегодня у нас будут гоночки в BMG Drive. Потому что здесь написано VSR Race. То есть, ну, видимо, здесь встает один человек, здесь второй, и начинаются гонки. Я не знаю, что там ждет впереди нас. Вроде как просто асфальт. Поэтому я взял вот такую машину. Но будем тестировать, ребят. Ох, черт. Так я еще, видимо, никогда не ошибался. Но пока, смотрите, пока неплохо, пока держится. Черт возьми, ни хрена себе. По-моему, там уже передка просто нет. Буду по максимуму стараться ехать быстро. Черт, только посмотрите на это дерьмо. Передка уже нет, а я только начал. Фак. Все, да? Ну да, видимо, это конец. Хорошо. Попытка номер два. Я не знаю, вообще получится на такой машине пройти или нет. Если что, я заменю на что-нибудь другое. Ну согласитесь, что когда написано Race VS, ты думаешь, что это просто гоночка, типа по кольцу. Но ты никак не можешь предположить, что здесь тебя ждет вот это. Так. Подождите, а может быть мне нужен вид из-за руля? Вот, так, наверное, будет лучше ехаться. Черт. Так, ну ладно. Главное в озеро сейчас не улететь, как в прошлый раз. Тихо. Нет, давайте все-таки я верну нормальный вид, потому что так будет все-таки удобнее ехать. Господи ты, боже мой, как же ее водят-то? Эх ты! Тихо. Все нормально. Все нормально, ребят. Она еще едет. Еще ничего не сломалось. Все еще едет, нормально. Но подумаю, что задняя ось немного там в сторону торчит. Главное, что едет. Слушайте, ну реально прочная тачка. Черт возьми, никогда не ожидал. Так. Просто она боком идет уже сама. Нет, ну если вы думаете, что это конец, то это далеко не так. Потому что у нас есть... У нас... Блин, неужели нельзя было как-то поаккуратнее это сделать? Че, все? Да ты чё, блин? Фак. Вот это обидно было. Я же просто поставил ее на колеса. Почему она сломалась? Ладно. Значит, поменяем эту машину на что-нибудь другое, раз она не хочет ехать. Так, ну, внедорожники можно брать, но согласитесь, что это не очень интересно. Давайте возьмем что-нибудь, может быть, вот такое. Главное, чтобы было полноприводный. А тут есть вообще полноприводные или нет? Что-то не походу все заднеприводные. Так, а нет, вот смотрите, АВД полноприводный. Этот задний, а этот тоже полный. Ну, значит, возьмем его. Какой-нибудь цвет покрасим. И погнали. Я думаю, что вот эта тачка сможет пройти. Все-таки полный привод, хорошее ускорение. Но она достаточно низкая. Да, я согласен, что она не совсем подходит из-за клиренса здесь. Но мало ли, вдруг все получится. В этом же и интерес весь, чтобы пробовать различные всякие штуки. Все понятно, переднего бампера уже нет. Но вроде как подвесочка... Ага, и заднего уже тоже нет. Но подвеска вроде работает. Текс. Всю болтает ее что-то прям так. Что-то я думал, она будет пожестче и... Держака, мне кажется, немного не хватает у нее. Так, нормально. Немножко дымится, но в целом ничего. Пока еще едет. Так. Давай. А где там меня перевернуло? По-моему, где-то вот здесь. Да что ж ты, блин, делаешь-то? Так, ладно, все еще едет пока. А это главное. Главное, чтобы ехало. Тихо. Ох, смотрите, какой-то заезд туда на гору. Что, интересно, там нас ждет? Ее прям дико уже водит, и это немного бесит. Так, какие-то, блин, неровности здесь. А это что? Ох, ни хрена себе! Чё я там перепрыгнул такой? Это какой-то был неимоверный просто обрыв, ребят.
Просто какой-то невообразимый, неимоверный обрыв. И сейчас вроде опять... Фак, 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 фак. Нет. Ты не можешь так просто взять и сломаться. Ты так далеко дошла, практически до конца. Это же конец уже. Так, я сейчас должен посмотреть, просто конец это или нет. Ну, нет, еще не конец. Так. Значит, вот здесь, что ли, конец получается, да? Один приезжает. Один приезжает вот сюда, а второй вот сюда. Да. Ну, то есть осталось только вот одно препятствие. Ну, два, хорошо. Ну, вот это легко бы она проехала. Вот это, черт возьми, я даже не знаю. Мне так жалко, что она сломалась. Давайте куда-нибудь ее вернем, допустим, вот сюда, что ли. Просто такой, ну, мини второй шанс. Посмотрим. Мне кажется, она хорошо справлялась и... Но это просто нечестно, что у нее сломался мотор. Да, и опять он сломался, фак. Хорошо, немного... Еще немного чуть-чуть, вот прям вот один чуток, вот прям чуть-чуть. Эй! Ну ты будешь ехать-то вообще или нет? Я зачем тебя восстановил? Понятно, хорошо, ладно, заменяем ее прямо здесь. Коней на переправе не меняют, но мы все-таки поменяем ее на что-нибудь другое, что будет ехать. И это, наверное, будет что-то вот такое. Или полицейское. Полицейское, давайте, попробуем. Как полицейское тут проедет. Кстати, всю бы прогнать по всей трассе полицейскую. Да ты что, издеваешься? Просто посмотрите. Черт возьми. Так. Нет! Во, все, поехали. Ну, это именно для бездорожника, для внедорожника такая трасса, но... Но, в принципе, полицейская тачка тоже справляется. Мне было интересно, вот это смогут... В принципе, да, легко. Но там, как вы видите, передние подвески, все, конец. По крайней мере, правому колесу. Все, просто конец. Я думаю, она оторвется сейчас. Черт возьми, давай, давай. Давай, кусок дерьмища. Так, и красиво в поворот. Не, ну она вообще не рулится. Просто не рулится теперь. Только одно колесо поворачивает. Но черт возьми, все равно, смотрите. Я дошел на... неподготовленных тачках, которые вообще сюда никаким боком просто не подходят. Они не должны тут ездить. Но, тем не менее, я смог пройти эту трассу. Эту гоночную трассу. И мне кажется, это получилось очень прикольно. Я надеюсь, вам тоже понравилось. Свои мысли и комментарии можете писать под этим видео. Если вам понравилось, ставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал и порекомендовать подписаться своему другу. Только лучшему другу. А на этом все. С вами был Механик. Всем пока.